помнишь СССР? Ночь, хрущевка и телек, у дивана торшер, у стены старый велик, елка и Дед Мороз, мандарины, конфеты и погоды прогноз. Под мелодию эту помнишь СССР? Первомай, новоселье, стол, ковер, шифоньер, танцы, смех и веселье, голубой огонек, песниры, самоцветы. Где ты, милый совок? И мелодия эта. В Архангельской области 11:16. Карелия 12-17 градусов дождей. Помнишь СССР? Шип виниловых дисков, Смоки и Джо Дассен, клепки новеньких джинсов и убор головной из вчерашней газеты, школьный бал выпускной и мелодия эта. Помнишь СССР? Пиво чешского кружка, час свидания сквер, чебуречная дружба, звон гитар, строй отряд, свет костра до рассвета, однокурсницы взгляд и мелодия эта. Белоруссия 22-27. На Украине 20-25. Помнишь СССР? Автомат газировки, в старом тире барьер, блеск потертой винтовки. Не забыть эти дни, рай курортного лета, танцплощадки, огни и мелодию эту. Помнишь СССР? Жизни лучшее время после телепремьер, засыпали мы, веря, завтра будет светлей, будет мирная планета, будет все для людей, как мелодия эта. Кавказ 21-26. Поволжье 20-25 градусов. Поволжье 20-25. В Приморском крае 20-25. В Ленинграде 17-19 градусов дождь. В Москве и Подмосковье будет по-прежнему тепло. Температура ночью 11-13, днем около 25 градусов.